Приветствую всех на канале «Разносторонние интересы». Сегодня уже третий день подряд у меня пчелы роятся. Прождал я сегодня до 12 дня, роев не было, облеты сильные только. И вот, только я начал залазить в соседний улей по делам, хотел вторую надставку под низ бросить, открыл половину уже надставки этой, и тут вот по соседству пошли пчелы рой. Так что я по-быстрому все закрыл назад, потолочили, подушку кину. Будем ловить. Повесил он я раевню наверху, чтоб сразу сели. Хотя ветер у нас северо-западный, чтоб не пошли опять против ветра. Натер я эту раевню котовником. Ну, сейчас еще одну повешу против ветра туда, на яблоню. Повешу еще одну раевню, чтоб вдруг туда полетят, да к селю, да не залезли опять к соседям. Пытаюсь матку вызвать, но что-то она не выходит, похуда. Это вот я вчера посадил раек. Не усмотрелся, кого улья он вышел, назад не получилось вытрусить. Так, посадить пришлось в улей семью отдельно. Хотя в планах не было увеличивать пасеку, наоборот, хотел сократить малость. То, что с реализацией меда не очень. Время пошло, так что хотел сократить, но не получается. Это они матку зовут, но она не иди. Надо глядеть. Хотел им сегодня надставку вторую поставить. У них одна стоит большая. А жены роиться надумали. Что-то они выходят, но непонятно. Видно, возле этой раевни, что повесил снизу, он крутится. Побачим. Это, наверное, матка не хочет выходить. Или где-то в траве. Вчера дождь был. Хотел траву покосить вечером, но не получилось. Так как вышел рой, да, садить рой пришлось.
Конечно, если бы трава скошена была, то лучше видно было. Будем сидеть, ждать. Шелки такие хорошие. Иногда бывают хорошими, да? Во время роения спокойными. Вот такая вот пчела у меня. Наша местная это. Ну, уже местная, тут уже пошли карника, бакфасты трутни. Уже помеси разные получаются. Ай, чуть не продаю. Так. Ладно, где-то будет все-таки матка, наверное. По земле ходит немного. Возле улья вырву крапиву, чтобы видно было, что падает под улья. Как-то они неактивно идут. Крутятся, но слабенько. Назад пошли. Где-то матка. Или матка не вышла. Или это попытка только. Может, я их спугал, перебил тут обстановку. Им такую перед ульем сделал. Ну, видно, жопу задрало вверх, да. Назад зови. Посмотрим. Куда они пошли. Думал, выйдут где-то так до 12 до часу, а уже второй, третий уже час. Решили побаловаться пчелы. Ну что? Подвесил две роевника, хай покуда постоят так. Просто что во время роения не хочу эту семью трогать, то что сейчас пчелы понаседают вокруг, так давиться будут, да мешать. Так что будем ждать, выйдя, не выйдя этот рой. Крутится он, кроне видно, в черешне, возле груши. Раевню рядом повесил, да к раевню понаползали. И рой сидел пару дней назад, готовника он накидал. Летают пчелы покуда. Будем ждать матку. Наверное, если сегодня время будет, немного траву скошу вечером. Это уже в этом году мне роилась белая, но я назад засыпал вместе с маткой старой. Это уже получается роиться будет. Это уже, если все было, то вчера отроилось. Это уже отроилось, но также назад засыпал то, что матка бакфас. Потом все не роились белые, всех синих я продам. Зеленые роились, эти роились. Это бакфас здесь нормально, походу матка попалась. Да и трутень так сидят покуда. Ну и все, это не роилось. Вот на эту семья. Думаю, если в мае все отроятся, то уже к июню все стаканится, буду свободный. Будет время на рыбалку съездить. Ну что-то непонятное. Наверное, матка не хочет выходить. Или что я тут хожу. Или не нравится ей что-то. Ну, погода такая нормальная. Вчера вышел в рой, я не бачу, когда день такая была. Погода под дождь. Ну, что-то по траве бегаю, сейчас я погляжу. Часто матка в траве ползает. Крапива жалится, жарится. Опа, так. Прорву тут возле литка. Надо глядеть матку.
Она пошли назад все. Я бы уже, в принципе, надставку поставил вторую под низ. Да, они мне перебили всю работу. Мне ули летками на север то роятся после обеда в основном. Даже вечером 5 бывает. Раи выходят даже первые. Это третий час дня. Меда набрали, ползает туда-сюда. Походу назад повалили. Немного он в районе. Если туда идут, то, наверное, надумает выходить, то сядут тут рядом. Не высоко. Подожду, покуда они посядут назад. Да. Будем надставки ставить. Что, ползают мед, он набрали молодые. До утреля ползают. Может, где матка все-таки? Сейчас пошукаю. Матку. Вот выползали, теперь ходи тут. Топтаться буду с пчелы. Давиться. Не видно. Так, заползай. Взяток сейчас хороший, одуванчик. Рапс посадили. Они ерундой занимаются пчелы. Еще 2 дня назад ночью заморозки были. И надставки не поставишь по 2, по 3. Чтобы не холодить их. Ну, получается подзажатые. Хотя и 16 гнездовых рамок стоит. Сверху нема пространства, вот они и роятся. Так, не видно. Перебили мне работу только. Это вот эти, что вчера походу отравились. Работает одножку, плюс желтую красю. Не знаю, что она, с одуванчика или с рапса, но не суть. Назад пошли все, о. Сейчас думаю, опять пойду надставку ставить, то опять вылезу, возьму вторую попытку сделать. Обычно так и бывает. С первого раза не вышли, так на второй. Бляха, столько пчел молодых ползая, пузатых. Меда набрали. Аккуратненько. Проглежу малость траву. Вдруг матку найду. Если она вышла. Но не видно. Вышла матка, так больше бы пчел вышло, судя. Так немного. Летает в районе на запах котовникова. Налезла. Сюда. На запах котовника налезла, ну. Матки нету. Так. Вот такое роение бывает. Вышли, побачили и назад залезли. Ветерок-то северо-западный прохладный. Может, того передумали. Да? Ладно, раз не это, рой не вышел, буду я заниматься надставочками сейчас. На этом будем заканчивать. Начни троиться. Опять сниму. Что с этой семьи выйдя, не выйдя. Так, всем удачи. До свидания.